В этот раз позволю себе небольшой вот в сторону от привычных обзоров электроинструмента. Буквально на днях Штурм анонсировал появление еще одной новинки. Ей стала вот такая отвертка для точной механики под артикулом 1040-11S5. Ее стоимость 128 гривен или немногим больше 4,5 долларов в розницу. Не многовато ли будет? Давайте посмотрим вблизи. Инструмент поставляется в блистерной упаковке. Основное его предназначение – работа с электроникой, точнее с ее крепежом. Для этого самого крепежа здесь 5 насадок. Они грамотно упрятаны в рукоять, где риск их потерять сводится к минимальному. Биты выполнены из стали S2 с титановым покрытием. В сравнении с привычной, применимой хромованадевой сталью, в этой стали больше хрома. Как следствие, изделие более твердое и износостойкое. Такие биты точно не слижутся и не прокрутятся. Кроме того, биты намагничены. Сама же отвертка представляет собой алюминиевый держатель с цанговым, он кстати металлический, с зажимом. Смена бит происходит очень просто. Вынимаете барашек, достаете нужную биту и закрепляете в зажиме. Отдельно отмечу рукоять, она из пластика ребристой формы. В руке лежит хорошо. Еще один момент, крышка отсека снабжена подшипником и служит упором для ладони. Замерим массу. Отвертка достаточно увесистая для своих размеров и весит 34 грамма. Резюмируя, скажу, что инструмент получился с неплохим балансом по качеству и цене. При возможности однозначно рекомендую повертеть, подержать в руках. Думаю, пригодится многим и найдет своего покупателя. Надеюсь, этот мини-обзор был полезным. Подписывайтесь на канал, будет интересно.